хорошо, что ребята молодые приходят в руководство. Да это давно уже курс взят. Ну, кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти руководить предприятиями. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк. А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра я возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, но это по меньшей мере опасное заблуждение. Ну ладно, это никому не запрещено. Амбиции в хорошем смысле слова – это неплохо. Когда человек амбициозный, только надо соизмерять свои силы. Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок, их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию. Мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов, как бы ни было сейчас сложно на рынке. Мы понимаем, что НПЗ во всем мире проблема в связи с падением цен на нефть и так далее. Пандемия здесь, и спрос на нефть упал значительно. Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать. Всегда так было. Падение, взлеты в это кризисное время. Мы должны искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития. И вы это уже знаете. Поэтому мы действительно внимательно подходили к подбору людей. Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, уверенных и преданных своему государству.